Всем привет! В Ашане купил одну замечательную штуку. Сейчас буду модернизировать пропуск. Выглядеть будет следующим образом. Вот там пропуск, который таскал с ключами, и очень неудобно было. Сейчас попытаемся его снять отсюда. Вроде бы дело пошло. Ну и будет на экстракторе. Синего, правда, не было, но тем не менее. Он покупался в Ашане. И там он стоит довольно-таки недорого. Всего лишь на 33 рубля на данный момент. Надо что-то посерьезнее взять. Возьмем мультитульчик, чтобы разогнуть. Эта часть нам не нужна будет. Ну а сюда оденем наш пропуск. Вот и все. Пружина еще сильная, потому что новая. Я думаю, самое то. Можно вешать на пояс и пользоваться. Высувный тримач с клипсою для бейджа на 650 миллиметров раздвигается. Ну, нормально, в принципе, хватит. Клипса довольно-таки жесткая, хорошая. Я думаю, будет нормально работать. В общем, кому было интересно, заходите в Ашан, приобретайте себе.